Накануне лета администрация Твери объявила о появлении в горсаду важного объекта, обеспечивающего цивилизованный отдых – стационарных туалетов. Как было заявлено, они современные и очень комфортабельные. Прошло почти 2 месяца, и можем подвести предварительный итог их работы. Он, увы, неутешительный. Тверь, городской сад, разгар рабочего дня. Но учитывая, что на дворе июль, пора отпусков, народ здесь все равно полно, все равно, что выходной. Люди отдыхают, пьют прохладительные напитки. И, казалось бы, надо сходить в туалеты. В те самые туалеты, которые были так хорошо разрекламированы. Современные, с этим панно и так далее. Но по факту, ни одна из этих кабинок, как мы видим, не работает. Все наглухо закрыто. Все подряд. И даже бедным инвалидам, если вдруг захотят ходить в туалет, вход сюда тоже закрыт. При этом к нам на телеканал поступали жалобы от горожан, что даже когда этот объект работал, по факту были открыты лишь 2 кабинки из 6. Причем их чистота оставляла желать лучшего. Теперь же и вовсе все закрыто, без объяснения причин. К огорчению отдыхающих, которые, активно потребляя в жару всевозможные напитки, стремятся сюда, подгоняемые провоцирующим журчащим неподалеку фонтаном. Ребенок хочет в туалет, и никак вообще не бегаем, ищем, нигде сходить на. Вот и все, больше что я могу сказать. Пойду дальше спрашиваю у них. Бардак. Ну что это такое? Я не знаю, кто за это отвечает. Его бы вот так вот подержать с полчаса. Большой им привет там. Возле речного вокзала такая же ситуация. Тоже место активного отдыха горожан и туристов. Тоже вроде как стоят современные кабинки. И также они закрыты. Одну даже успели повредить. А ведь когда-то стационарные каменные туалеты стояли во многих местах города, причем не только в центре. Однако все они давно заброшены. Ведьмы властям нет дела ни до них, ни до новых современных аналогов. Впрочем, есть и исключения. Например, здесь, возле парка «Россия. Моя история», его руководство содержит этот объект в полном порядке. В отличие от других мест, здесь все прекрасно функционирует. Вода, кран на фотоэлементе, сушилка для рук, то же самое. Кондиционер даже есть, ну и, конечно, свет. Поэтому проблему туалетов, как выясняется, вполне можно решить. Главное – задаться целью.